Всем, дорогие друзья, добрый день. Вот опять наше новое видео. Сейчас мы находимся в музее оккупации Латвии. Я хочу немножко показать видео, может быть, немножко рассказать, что здесь вообще есть. Историю надо знать, но историю я очень плохо знаю. Вот, я просто вам буду показывать на видео, и вы это все увидите своими глазами. Так что подписывайтесь, пишите комментарии. Если что-то я не знаю, просто пишите. И будем читать, и будем понимать это все, суть этого всего. Сейчас иностранцы пришли, чтобы много не кричать, не говорить. Вот, и как бы буду снимать. Много комментировать я не буду. Как получится, так получится. Вот все, мы находимся здесь. Как еще раз говорю, что стоит это 5 евро, чтобы сюда зайти. Съемку разрешили, это без проблем. Вот. Чтобы только селфи не надо делать, сказали так. А так можно все снять. Странно, по-русски нет ничего. Что-то не вижу по-русски, что-то, чтобы писали. Какой-то право по-русски тоже есть. Тюрьма. Фортайн.
Да, видите, рассказывают по-латышски, я понимаю по-латышски. Я сапрету латышский володу, бетманы грюты партолкот. Такие мне банки тоже делали в спине, когда был. Помню, это мне тоже делали банки. Ой, градус такой есть. Ай-яй-яй. Убийство продолжается. Видите, много, не буду комментировать, просто я вам буду показывать и без комментариев. Латвия и Россия. Он норвежец.
Bet jūs runājat latviski, ja? Jā, es arī runu latviski. Ok, mans vārds Sansas, man digitālās komunikācijas vadītāja. Jā. Es gribēju pajautāt, par ko jums ir blogs? Dzīva par Norvēgu, dzīva par Latviju, tāpēc es esmu dzimusi Latvijā. Jā. Un mans dzīves ļoti ir interesanti. Jā. Tagad es dzīvu Norvēgijā, strādāju un tad... Kur jūs publicējaties, kuros kanālos? Es YouTube kanāli. YouTube kanālu. Facebook? Es izmantoju uz Facebooku, jā. Varbūt tad varam sarunāt, ka jūs policēsiet arī atsūtiet mums, jo tad mēs varam smuki salinkot tur arī. Jā, dekan, dekan mēs arī varam izdarīt. Jā? Jā. Ok, tas būtu brīnišķīgi. Izbaudiet, vienīgais lūgums, nu tātad flash. Ai, nē, nē, jā, jūrēķinu, nē, nē. Un, jā, ir... vairākas ļoti sensitīvas tēmas, un tad arī tad, nu, ar pietāti, ja? Jā. Ma, ļoti labi. Tad, sēdzi... Mēs jūs varam atrast? Jūs varat iet uz manu kanālu. Nē, es vienāšu atcerēties. Jā, vēl. Nu, вот, дорогие друзья, тут сейчас мне люди подошли, работники. Очень хотят, поинтересовались, с какой целью. Ну, я сказал, что я сказал, что меня зовут Сергей, оставил свои по YouTube-каналу свои данные, они могут зайти на мой канал и это все увидеть. Я рассказываю жизнь о Норвегии, а также жизнь показываю и Латвии, потому что я здесь родился, я отсюда родом, это моя родина. Как бы, что в Латвии происходит, как я живу, что и как, что я пережил, это я все им сказал. И они заинтересовались, пожалуйста, почему бы и нет. Ну, кто? Видите, тут надо читать, тут надо знать историю. Я думаю, мои многие зрители знают это, потому что смотрят. И тоже с Латвии смотрят мой канал. И я думаю, много знают. Я буду просто показывать, еще раз говорю, без комментариев. Но мне было очень приятно, что ко мне подошли, спросили, хотят иметь какой-то контакт. Я этого не против, я только за, чтобы знали люди, какая разница, что Латвия, что Норвегия, что Россия. Как бы так. Для меня все друзья. И родина моя – это Латвия. Но я уважаю тоже Россию. Вот. А также всех стран, в которых я находился. Я уважаю. Нет отделения или отделения чего-то. Кто-то есть такой по национальности. У меня этого нет. Все мы люди, все мы в одной лодке в этом мире. Ну, как бы так. Вот эта буква похожа на норвежская, которая нолик и между ноликом палочка, ну, наискосок. Это у нас буква называется по-норвежски. Что-то похоже на эту букву. Like this, you can
рецепт. А, почтовая карточка. Даже вот такой был флаг, что-то я помню такого. Ай-яй-яй. Зачетная книжка. Можно, конечно, туда... А, залезать туда нельзя. Там что-то... А, это башня смотровая. Вышка. Видите, надо почитать по-латышски и по-английски. Шахматы. Тарзава Дривибай. Это Ленин, да, вроде бы, да, Ленин. Угу. Ладно, партия. Помню, когда были в школе, у нас каждую весну почему-то, ну и это надо было в мае, да, в мае, 9 мая, что ли,
ходили всегда на кладбище возложить цветы на могилку с воином за освобождение. Немецкого фашизма. Вот это я любил, такие штучки. Магнитофон ВЭФ. Ого! А даже значок стоит. И мыло. Талон для покупки по продуктов. Значит, все по талонам давали. Мыло по талону. Вот так. Да, помню, такой ВЭФ был у меня такой. Да, интересно. Вот хороший завод был. Фабрика. Даже автобусы РАФ в Латвии производили. Свое же было. Такое помню тоже было, в магазин ходил тоже, когда был маленький. Лена, улица Ленина. Паспорт советский, да? А это за свободу Латвии. Thank you.
О, знакомый мне тоже. Это ВФ, да. Кстати, у меня был очень хороший учитель в Латвии. В Латгалии. Работал по дереву. Вот такого у него было радио, учителя моего. Вот это непонятно, что такое. Очень красивая национальная одежда. Это у нас как в Норвегии называется бюнод. Тут и латвийская есть. Тоже у нас. Латвийская тоже есть, да. Загранпаспорт латвийский в то время. Окей. Видите, когда я был помоложе, лет 18-20, до и ниже, мы учили историю Латвии, учили это все, что было. Хотя, видите,
я родился в Латвии. Получается, бабушка моя, она русская. А дед мой латыш. Не, наоборот, получается, как там получается? Забыл я. Надо сейчас мне опять вспомнить все. Ну, короче, как говорится, я родился в Латвии. Ну, еще остался сиротом. Ну, и по моим архивам, когда мне уже было 16 лет, надо было выдавать паспорт. И мне выдали паспорт не гражданина Латвии. Ну, руки я не опустил. Выучил латышский конкретно, выучил историю и сдал гражданство Латвии. Ну, нотарализация в то время была. И это сдал я в Резекне и получил гражданство. И с того момента был гражданином. Потом получил и норвежское гражданство, потом пришлось отказаться от латвийского, потом уже закон вступил недавно, что можно и иметь латвийское гражданство. Я тогда взял обратно гражданство. И у меня сейчас двойное гражданство. Вот фиолетовый паспорт, фиолетовый. Вот у меня был первый паспорт этот. А потом у меня был синий, когда ждал гражданство. И потом тогда уже. Тогда это был латышом. Ну, по латышским документам. Латвис пилсенс, не пилсенс пас я. Не пилсен на пас. Тут еще была добавка, я помню, у меня есть архив у меня в своем. Тут было написано еще Alliance, пас по-английски. Как бы так.
Ну вот как бы так, дорогие мои друзья, на этом я заканчиваю видео. Надеюсь, что вам это понравилось. Пишите комментарии. Может, будет комментарий негативный и хороший. Это ваше право комментировать, что так, что не так. Я это все не знаю, как это все это было. Это история, действительно история. Так это было, так это жили. Вот. Я всегда против войны и вообще все этого насилия. Да. Так что всем, дорогие друзья, здоровья, удачи, подписывайтесь, комментируйте, потому что это очень важно для моего канала. С Гуннаром мы оба вместе. И как бы так. Все. Всем здоровья, всем удачи, всем счастливо. Всем пока.